Как нужно перебинтовывать рану? Как правильно наложить жгут? Что делать при переломе? Юные зареченцы, отдыхающие в детском оздоровительном лагере при 221 школе, отрабатывают навыки оказания первой медицинской помощи в рамках квеста. Квест патриотический. Я гражданин России. У нас тут 4 станции. Станция у нас получается мозговой штурм, на привале, госпиталь и стрелковая. Участие в квесте принимает 2 отряда детского лагеря, будущие первоклашки и ученики начальной школы. Прохождение каждой станции требует определенных знаний и умений. В госпитале ребята оказывают первую медицинскую помощь. На станции стрелковая тренируют меткость. Стрелковая. У нас там, получается, стоят кегли, и задача выбить кегли. Кто больше, кто быстрее, кто лучше, кто ловчее. И, получается, последняя станция у нас вопросы, которые связаны с Россией, с патриотизмом, с Великой Отечественной войной. И вообще они с помощью игры познают, узнают, и, возможно, в дальнейшем они это будут использовать. И как бы это не то, что вот мне там на уроке это рассказали, это нудно, а с помощью игры они это узнали, познали и... Вот. Станция на привале творческая. Детям нужно отгадать название патриотических песен. Но и петь условиями задания не запрещено. Катюша, три танкиста, смуглянка, ну, а другую, я просто там еще одна была песня, я просто не знаю ее название. Но все равно отгадал. Да, все равно отгадал. Ну, просто я садиков почти все песни знаю. Все ребята успешно справились с заданиями квеста «Я гражданин России». По итогам патриотической игры всем участникам вручили подарки. Алексей Лазаренко, Денис Дубицкий, телерадио компания «Заречный».